Ситуация с распространением коронавируса в Северной Осетии остается напряженной. С каждым днем число зараженных увеличивается. Об этом сообщил глава республики на заседании оперативного штаба. Совещание прошло в режиме видеоконференции. По словам Вячеслава Битарова, необходимо усилить контроль за соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических мер безопасности, а также повысить ответственность собственников предприятий, которые функционируют на территории Северной Осетии. Главам районов он поручил сформировать рабочие группы, которые будут мониторить соблюдение рекомендации Роспотребнадзора в торговых точках и общественном транспорте. Кроме того, Вячеслав Битаров призвал соблюдать меры предосторожности и выдерживать социальную дистанцию при посещении поминальных мероприятий. В связи с предстоящим празднованием Дня Победы глава призвал всех участников совещания усилить разъяснительную работу с населением.